Иван Мох и Никита Корчегашев сегодня дежурят в паре. Днем, рассказывают полицейские, сообщений о правонарушениях меньше, порядка 10. В это время абаканцев чаще всего ловят за распитием алкогольных напитков и за появление в пьяном виде на городских улицах. За это могут привлечь к административной ответственности, можно нарваться и на штраф. Выпивали сегодня? Утром. Документы у вас есть при себе? Паспорт, водительство. Он удостоверится вашей личности, что вы это были. В пятницу ночью и выходные выезжать полицейским Абакана приходится до 20 раз за смену. Правоохранители пресекают драки и семейные разборки, дебоширство в барах и кафе, жалуются абаканцы стражам порядка и на нарушение тишины после 22 часов. Приходилось ли применять оружие? Ни в коем случае. Оружие тоже в крайне тяжелой ситуации, если когда-то будет. А так только спецсредства, наручники мы применяем. Ну, в основном там приемы руки, загиб за спину. И вот одеваем наручники, также сопровождаем спецсредства, ну, палка резиновая, ПР. Иногда бывает. Ну, то есть этого достаточно, чтобы усмирить буйных людей. Да, но так в основном все равно, когда с гражданами беседуем, они остывают и сами добровольно присаживаются в служебный автомобиль. Никита Корчегашев 3 года работает в полиции. Мужчина рассказывает, еще со школьной скамьи мечтал попасть в правоохранительные органы. Отслужил в армии, получил юридическое образование, и теперь он в рядах патрульно-постовой службы. Его коллега Иван Мох пошел по стопам отца. В принципе, никаких сложностей нет. Здесь главная ответственность – понимать, что мы как бы с гражданами работаем, на передовой стоим. И здесь каждому человеку индивидуальный подход нужен. То есть мы как в первую очередь, так и психологи еще. Такая ответственная работа, что с людьми надо корректное обращение с гражданами, как не с каждым человеком так просто подойти, поговорить, что если какое-то административное правонарушение он нарушил, то что пьяный идет. Люди, которые нас оберегают, люди особенные. Мы в них верим и мы им доверяем. Это наша стена, защита. И сейчас ребятам, которые на страже порядка в Абакане, необходимо подкрепление. В патрульно-постовую службу абаканской полиции требуются сотрудники до 35 лет, с образованием не ниже среднего, прошедшие военную службу без судимости. Полицейским ППС предоставляется служебное жилье и социальные гарантии. По всем вопросам трудоустройства обращаться по телефону в Абакане 23 67 24. Надежда Савельева, Андрей Аралов. Новости.